наше устройство направлено больше на коммерческий сектор, то есть на физических, юридических лиц, не на госсектор. Значит, вашему вниманию мы готовы предложить устройство для безопасного переноса информации. Это мини-диск с функцией защиты информации, с функцией ввода пароля на корпусе устройства. Объемы памяти у него 64, 128, 256, 480 гигабайт. Соответственно, ну, устройство нацелено на безопасный перенос информации в командировках, в каких-то деловых встречах, если необходимо привести прайс, договор, ну и так далее, какую-то конфиденциальную информацию. Также у нас есть флеш-носители. Это наша новая разработка, которая как раз стартовала в августе 2014 года, Guardo. Флешки 16-гигабайтные. Тоже предназначены для безопасного переноса, плюс флешки могут уничтожать информацию, не подключаясь к компьютеру. И ну, есть несколько функций, как защита от записи, вот пароли под принуждение, ну и так далее. Ну, компании различные приходят к нам на стенд, как и юридические. Компании различные приходят к нам на стенд, как строительные компании, какие-то юридические конторы по юридической помощи, бухгалтерские на аутсорсинге, которые работают организации, обычные физические лица, у которых есть какая-то секретная важная информация. Мы позиционируем все наши устройства как устройство на масс-маркет, выходящее на масс-маркет для переноса даже копии паспорта. То есть есть у нас недобросовестные, наверное, банки, которые могут выдавать и кредиты по копии паспорта. То есть, если информация хранится на этом устройстве, доступ к этому устройству имеет только тот человек, кто знает пароль от этого устройства. Соответственно, ну, клиентов у нас в разных сферах и очень много. Значимость мы можем оценить уже на данный момент по пятибалльной шкале на 5 баллов, потому что вчера прошел первый день выставки, и уже у нас начались звонки в офис, уже люди начали обращаться, уже говорят, что мы видели вас на выставке, хотим приехать посмотреть, договориться о чем-то, что-то приобрести, составить какое-то техническое задание и так далее и тому подобное, поэтому значимость, конечно, колоссальна. На выставке этого года мы не ожидали, конечно, такого ажиотажа на нашем стенде. То есть это запомнилось, и мы думаем, что это будет ощутимым плюсом, ощутимым подъемом для нашей компании, потому что, конечно, спрос, мы не ожидали, что будет настолько высок и велик, и это, конечно, очень здорово.